Дорогая страна. Дорогие сограждане, дорогие соотечественники, прошлый Новый год я провел в тюрьме. Я бы не советовал вам повторять мой опыт и надеюсь, что для большинства, для подавляющего большинства граждан России это будет удачный, успешный Новый год. И мы в 2012 году освободимся от цинизма, маразма, жестокости, глупости и вообще станем как-то более успешными и более счастливыми. Дай Бог вам здоровья. С Новым годом! Дорогая страна!